Уважаемые севастопольцы, без сомнения, завтрашний день станет для Севастополя историческим. Он либо умножит славу нашего великого города, либо станет для него днем позора. Я не буду говорить о сопоставлении зарплаты, пенсий, социальных выплат и прочих приятностей, вытекающих из возможностей выбора. Об этом и так предостаточно сказано в последние дни. Мне кажется, выбор, который нам предстоит сделать, гораздо масштабнее и глубже. Нам либо предстоит доказать, что мы можем называться потомками тех, кто упокоен на Братском кладбище, и тех, чьи имена внесены в скорбные списки последних защитников 35-й батареи, либо признать, что мы являемся стадом овец, которым необходим европастух для того, чтобы довести их до обещанной кормушки. Причем, заметьте, для того, чтобы отстоять свое право на историю, нам не нужно врываться во вражеские окопы во время ночных вылазок или умирать от жажды под скалами Херсонеса. Нам всего лишь нужно оторвать свое драгоценное тело от повседневных забот, прийти на избирательный участок и поставить галочку в правильном месте. Нам всего лишь нужно доказать всем майданам мира, что 23 года безвремения не заставили нас забыть простое и емкое русское слово «честь». Честь имею.